Привет, привет! Давайте снимем еще влог. Вообще, сегодня очень продуктивный день. Я сняла для вас 7 видео, потому что я знаю, что, наверное, от влогов вы уже устаете. Кто-то ждет покупки, кто-то пустые банки, кто-то беременность, то все 5-10. Прошу прощения, но не было возможности снимать абсолютно. Сережа очень много работает сейчас, ну и как-то были какие-то дела, в общем. Ну, вот так. Но ждите, ждите. Будут выходить такие постановочные видео. Все в порядке. Сегодня вот прям 7, что ли, сняла. Прям так капитально. Вот. Что вам рассказать? Я сейчас поеду... Куда я сейчас поеду? Куда ты сейчас поедешь? В Глобус. А за каким перепугом? С Настей мы встречаемся. Ты чё? Я тебе вчера говорила. Ну, в общем, вот так вот. Еду в Глобус встречаться с Настей Гиммельштейн. Она приедет со своей доченькой. Вот, Томик сейчас уже спать будет укладываться, потому что время много, 4 часа, и не получится у них встретиться пока. Но это единственная, в общем, возможность у нас будет с ней встретиться в ближайшее время. И так уже это будет третий раз, третья попытка. Вот. Так что буду сейчас собираться и хочу сегодня сделать тирамису. Будем тирамису делать, хочешь? Ну, есть хочу, делать не хочу, как бы, но... Да его делать там легко, но по-настоящему, то есть безо всяких там творожков, сметанок, сгущенок. А, то есть... И так далее. Том. Чё? То есть ты сейчас купишь мой любимый сыр маскарпоне? Да. С водой, ты вот его дома так? С бланшем, с таким. А почему тут? И пошла. Ручки пила. Вот. Я говорю, маскарпоне купишь? Беру вас с собой. Да. А я подбила Настю тоже сделать тирамису. Поэтому надо скорее мне рецептик снимать и выкладывать. Добро пожаловать в ресторан Глобус. Хочу вам показать и заодно, чтобы Настя с этим покушали, посмотрели вообще, как тут. Тут у нас свежевыжатые соки, очень-очень вкусные молочные коктейли и готовые салатики. Обычно тут всегда цезарь, любимая моя селедочка под шубой, конечно. Вот это какой-то сегодня интересный салат с говядиной, с пиньонами. Так, я, наверное, возьму его попробовать. Чука. Супер. И супчик от сегодня. Суп-пюре. Куриный, кстати, очень вкусный. И недорогой получается. Его очень детки любят. И мамы где-то. Тут просто попить бульон. Куриный вкусный. И вот там вот щи. Но они что-то очень-очень жирные. Горячие. Да. Вкусные блинчики с разной начинкой. Мы тоже берем, они, ну, правда, очень вкусные, такие свежие, прям тоненькие, ням-ням. Салат-бар, всегда есть что-нибудь наподобие оливье, всяких остальных простых салатиков, 89 рублей, кстати. Есть еще. Вот такая кофемашина тут тоже есть. В общем, тут есть все на свете, все, что хотите. Вот тут вот всякие фрукты, йогурты. С другой стороны соленья. Можно делать всякие блоки. Всякую китайскую еду. Тоже очень такая. Но они прям там делают при вас. Это все креветки, курицу, всякие шашлыки. То есть все вообще. Ну тут есть все. Это прям настоящий шведский стол. А-ля Турция. Привет, привет! Она сильная, да? Как ты? Она я Этель. О, ты зайка! Познакомьтесь, это Этель, а это Настя. Да. Ну, вы уже знаете, наверное, Настю все.
Вы не можете не знать Настю, если вы ее не знаете, то скажи, бегом на канал Мамуля. Ну, скоро узнаете. Так, что мы взяли поесть? Это для Этель. Это курица, да? Это индейка. Мне кажется, там в середине сыр. Индейка, котлеты из индейки, середина интересная, похоже, макарошки. Я взяла себе картошечку по-деревенски и рагу просто из говядины. Давайте. Так, Настя взяла себе кофе, конечно же. Так, я себе еще взяла такой вот крем-суп куриный, потому что меня не тянет на супчики, не пью вообще супы, в принципе. Настя взяла картофель фри, такую котлету. Ну, кстати, интересная порция. Котлета такая здоровая. А, ну я себе вот салат, да, тут взяла. Сейчас попробую, расскажу вам, вкусно или как. И я взяла себе бяку. Попить это спрайт. Ну, когда очень хочется, то можно. Все, вот это вот получилось, в принципе, 700 рублей. Очень даже неплохо. Такой обед не слабый. А они вот там вот ручки моют. Такой ресторан. Этель нашла себе транспорт. Хочет биби. Слушай, сейчас если коляска будет падать, лови, ладно? Я держу животом. Залезай. Кузом. Слушай, она, наверное, права рано получит, да? И как 18 стукнет, она придет к вам и скажет. Биби. Тебе не сложно будет так покатать? Не, не. Так, коляска. Подожди, скажи мне. Давай. Как вам глобус? Нам понравилось. Вкусно было? Еще мне приедете? Кажется, приедем. Вот так. Приедем. Вот. Давайте мы тут назначим свидание Томе. Теперь. Томе, да. Теперь надо с Томой. Вот так. Поехали, вот. Нажимаем. Это что-то новенькое. Приложение мобильное Глобус для Андроида и для Apple. Если захотите, попробуйте скачать, наверное, и посмотреть, наверное, какие-то предложения интересные. Вот предложение этой недели, товары недели. Давай-ка откроем подарочки. Мы с Настей сделали обмен подарками. Ну, как бы это традиция. Встречаешься с блогером, и у нас произошел обмен. Итак, давай-ка мы с тобой вместе только будем смотреть. Хорошо, Том? Подожди, а то я не успею. Подожди. Вот, смотри. Это пример. Настя вяжет, кстати, и она нам... Вот так вот, Настя, она даже такому рада. Это пример того, как она вяжет, и пример пряжи для меня, потому что она свяжет нам по шапке и по шарфику. Так, давай смотреть дальше, что же тут такое. Так, тут шампунь и бальзам от Natura Камчатка, царский эликсир, ослепительный блеск и густота волос, да? Папа. На основе курильского чая и органического экстракта жасмина. Да, я понюхаю, отдам тебе. Что-то я ничего не чувствую. Понюхай. Ладно, закроем. Дальше у нас тут гель для душа. Интенсивное увлажнение. Это Le Petit Mercier. Так, так, так. Акация и масло карите. Это, кстати, такой гель-крем. Сейчас на это время года просто супер. Аромат потрясающий. Аромат очень-очень приятный. Держи. Смотри, что это такое. Так, это у нас пилинг для тела на 5 злаках от баньки Агафьи. Будем пробовать. Расскажу вам в пустых баночках. Так, тут у нас гель для душа. Это у нас Body Resort. Я уже пробовала с... Это кокос. Кокос. Тома, смотри, какая красота. Цвет очень красивый, аромат тоже приятный. Будем пользоваться, да? Где папа? Где папа? Вот папа. Где? Да вон он. Тут я, дочь. Если ты вот так повернешься, так... Оп! Папа. О, присяду, молодец. Спокойно. Так, вот такая вот пенка Биоре у меня есть такая. Сейчас она меня очень спасает. Она, кстати, подходит к концу. Вот это Настя очень-очень вовремя. Это такой мусс.
для умывания, для чувствительной кожи с увлажняющим эффектом, потому что кожа у меня сейчас страдает, и меня выручает эта пенка очень даже хорошо. Так, русская зима. Это где я так прочитала? Зимняя забота. Шампунь и кондиционер от Глискур. А, да, коллекция русская зима. Тома, подожди. Защита от пересушивания, эффект антистатика и легкое расчесывание для поврежденных волос в зимний период. Вообще класс. Я такого не видела никогда. Ну, у Глискур всегда приятные ароматы. Вот так вот они выглядят очень даже классно. Стоп, подожди. Это точно нам? Мне кажется, я тебе такое же положила. На, смотри. На. Ой. Это у нас перечная клюква биоскраб для тела. Это новая серия в Natura Siberica. И давайте-ка откроем, наверное. Прям такое суфле. На варенье похоже, да? На перетертую клюкву с сахаром. Тома, я сейчас все перепутаю. Буду пробовать. Класс. Скрабами я сейчас пользуюсь очень хорошо. Так, это у нее такая книжечка с наклейками. Ой-ой-ой. Она у нас в печенье, в шоколадном. Просим прощения. Так, тут у нас мицеллярная водичка чистой линии. Никогда не бывает много мицеллярной воды. О, вот про эту маску она мне рассказывала. Это вольтаж, это на оливковом масле. Вот, она у нас восстанавливающая маска для волос с маслом органы. Такая туба большая. У вольтаж вообще похожая консистенция. Всегда приятный аромат. Вот эти красные частички обязательно буду пользоваться. Восстанавливать свои волосы, которые страдают. И тут у нас сколько? 600 миллилитров. Такая большая баночка. Так, тут у нас... О, Faberlic Expert 3D Volume шампунь для придания объема и кондиционер. Я скажу честно, от Faberlic я никогда не пробовала ни кондиционера, ни шампунь. Обязательно попробую, тоже аромат неинтересно. Приятный. Тут не написано, чем пахнет. Такой свежий, кисловатый. Даже с лимоном, что ли. Будем пробовать. Так, дальше тут у нас масочки. Так, это у нас Dress Code Red. Medi-Heal, я даже не знаю. Это какая-то корейская, скорее всего. Лесь, расскажи. Ты наверняка знаешь. Так, вот такая My Coco Battle. Тоже это тканевая вроде. Ой, запыхалась. Я не пойму. Да, нет. Да. В общем, попробую расскажу в пустых баночках. Я тебе хотел предложить, может, ты в баночках пустых расскажешь. Да, ой, вот такая вот маска интересная в виде стакана с экстрактом тыквы. Наверное, пахнет как pumpkin pie. Смягчающая, восстанавливающая, лифтинг эффект, питание. В общем, все супер. Так, вот такие вот две масочки от Тони Моли с вином и брокколи. Тканевые, они как маски крема, их не надо потом смывать. Так, дальше у нас тут что? Тоже банька Агафьи, камчатский скраб для тела термальный. Насколько я помню, он очень такой ядреный. Но он очень хорошо скрабирует. Для ножек хорошо будет. Так, что у нас тут еще? Вот такая фитокосметик, народные рецепты, маска для волос, питательная, репейная, против выпадения, с анти-эйдж эффектом для слабых склонов к выпадению волос. Это такое ведерко. Прикольно, да? Классно. Попробуем. Я даже не знаю, что это такое за фирма. Буду пробовать. Буду все пробовать.
Так, это у нас увлажняющий крем для тела. Его сейчас вообще никогда не бывает. Ой. Антистресс пришел. Да. Да, его никогда не бывает много, тоже очень сейчас ходовой продукт. Так, это у нас антисептик. А, нет, это гель для душа манго. Класс, у меня только закончилось масло для тела. Манго. Могу открыть. Вот так. Да, этот приятный летний аромат. Классно. Можно, кстати, для роддома сохранить. Ты куда ведерко потащила? Да? Деловая колбаса. На. Так, тут у нас это что такое? Интенсивный питательный крем для рук. Сос. Это Эвелайн. Эвелан. Эвелин. Кто как хочет, то так и называет. Professional Soft. Extra Soft. Восстанавливает мягкость кожи. Гиалуроновая кислота. Ой. Ой, устала, бедная. Мне кто водички дал? Так, дальше это что у нас такое? Intensive. Это у нас увлажняющий серум для глаз, лица и шеи. Вот так вот выглядит. Я даже не знаю, что это за фирма. Ты видишь там что-нибудь? Я не знаю, что это, но должно быть что-то хорошее. Ой, ты. Вот так вот выглядит. Ой, я прям сегодня же попробую. Очень-очень интересно. Стеклянная бутылочка с пипеткой. Вот так вот неправильно я сделала. Не надо. Пипетка специально для того, чтобы не соприкасалась с кожей. Без аромата. Очень-очень интересно, что это такое, откуда это у нас. Так. Москва. Я не знаю. Окей. Пустые баночки нам в помощь. Колыбельная книга, смотри. Иди, садись. Ой, книги. Иди. Ой, давай посмотрим. Ох. Ой. Что-то мама устала. Андрей Усачев, открывай. Ой, осторожно, книга больше, чем ты. Так, только аккуратно, давай будешь, не будем разрывать ничего. Давай хоть посмотрим, какие тут картинки. Ой, боже мой. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Так. Так. Ой. Ой, девочка. Да? Киса. Слишком, да, ярко, слишком прям хочется все посмотреть. Держи. Ой. Так, и тут еще подарочки для нашей Томы. Ай, давай посмотрим. Ой, тут ободок и резиночка. Посмотри на папу, позови ее. Тома. Красотка, пинап такой, это американский стиль. Так, тут вот такие вот резиночки, чтобы делать ей пигги тейлс. Два хвостика. С якорями, кстати, морская тематика красива. Так, и давай посмотрим, что тут у нас еще. Ой, какие резиночки! Тут совушки и слоники. Давай-ка папе покажем поближе. На тебе вот эту. На. На. Алло. Так. Сделаем вот так вот. Ой. Классно. Видно нормально все. Такие вот резиночки наши королевишни. Тома, ну ты просто звезда. Скажи, Настя и Тель, спасибо. Ты такое классное. Да? Будем с мамой пробовать. Все. Спасибо, Настюш, нам очень понравилось. Действительно, будем все испробовать. Очень интересно мне прям эту маску попробовать, потому что ты ее так расхваливала, что прям... Ой-ой-ой. Ой-ой.
Ой-ой, да? Ой. Ну все, давай прощаться, да? Скажи всем пока-пока. Всем пока-пока, будем мы убираться сейчас, готовить креветки, а тирамису я приготовлю в отдельном видео для вас. Все продукты купили, Настю тоже сагитировали сделать тирамису, кстати, представляешь, она правда это в глобусе так хоп-хоп, и все для тирамису. Так что надо быстрее делать, конечно. Я не видел там, маскарпоне вижу уже. Конечно, да, две упаковки взяли. Мой любимый сыр, но он очень калорийный. Нельзя маскарпоне так есть прям. Ну, мне тоже говорили, что и масло так есть нельзя, и масло есть с нами. Я устала, все. Да. Спасибо, что были с нами, мы надеемся, вам это видео понравилось. Не забывайте делать все то, что вы не должны забывать делать. Ой, увидимся ой, в следующем видео. Катя. Чиздатка. Я поцелую. Все.